Всем здорова, с вами Найт, и сегодня мы поиграем в хоррор под названием «Страшная кассета со свалки». Как говорится в описании данной игры, эта игра, кстати, сделана чуваком, который сделал еду для свиней. Там две части проходили на канале. Так вот, как говорится в описании, то что вы находите на свалке какую-то страшную кассету. И почему бы вам ее не поставить? Действительно, блять, почему бы ее не взять и не поставить? А какого фига вот эти вот какие-то огоньки горят на этом экскаваторе, или что это такое? И какого хера мы делаем на свалке, которая ограждена колючей проволокой, и у нас непонятный револьвер? Вот я не понимаю, зачем? Типа, что, кого, почему? Вот что должно пойти в жизнь у нас, чтобы... Мне показалось, что на небе какой-то НЛО у нас тут сидит, летит, находится. Блин, прожектора выглядят, конечно, стрёмно. Вот если со спины на них глядеть, да, вот с тыльной стороны, они походят как будто на, я не знаю, каких-то чужих. Так, блять, мне это не нравится. А, ну тут лабиринт у нас, ну это... Зашибись. Я хотел, кстати, этот хоррор записать с вебкой, но с вебкой сейчас не получилось, потому что, блять, как же я обожаю лабиринты, терпеть их не могу. Из-за угла может какая-то срань на тебя просто вот так вот, и все, и вынырнуть. Так вот, с вебкой не получилось записать, потому что... скажем так, у меня немного... Чего, блядь? Чего пресс-эф? Погоди, чего, блядь? Где пресс-эф? Кому пресс-эф? Зачем пресс-эф? А в смысле, а... А чего пресс-эф? Кому пресс-эфать? Плюс патрон... Блядь, мне это совсем не нравится. Ладно, пошли. Ну нахер эту подземку. Пошли тут. Уж если на нас что-то сейчас побежит, то прямо к нам в лицо. Ведь так? Я просто пытаюсь прислушаться. Блять, мне показалось, что тут это какая-то херь стоит. Это тренога. Блять, что это такое? Что за... Это... У нас там каркарыч как-то тихо очень каркает или что? Мне самое главное, что не нравится, то, что у нас револьвер. Не, с одной стороны, это хорошо, то, что если на нас ебака какая-то побежит, то мы можем ее просто херакс и пристрелить. А с другой стороны, если мы можем подбирать патроны, значит, эта ебака либо не будет помирать. Блин, мне просто очень стрёмно идти. Либо эта срань будет не одна. Так, а чё мы как будто прихрамываем? Блять, я чисто не хочу идти. Вот я не знаю почему, но... Мне не хочется идти в эту сторону, в которую я иду. У меня сейчас большое желание снять наушники. Но если я сниму наушники, то я... Как следует, не просрусь. А в хоррор заходим для чего? Для того, что так... The Scrap Yard is fan favorite. А, фановый фаворит. Хорошо, тут у нас и гробы, тут у нас и машины стоят. Так как эта игра сделана чувака, который делал еду для свиней, я не знаю, страшно она будет, не страшная. Потому что первая часть вроде бы там ничего стрёмного не было. Там какие-то чучи на нас смотрели. Да и все. Кто-то насрал тут. Блять. Вот эти вот извилистые херни мне не... А, я еще и шифтовать. А, я могу шифтовать. Значит, от какой-то херни я могу убегать. Блять. Я серьезно, я не знаю, что говорить. Блин, что это за лабиринты-то тут такие, а? Где? Чего пресс-эф? В смысле? Ой, блин.
Мне кажется, то, что сюда сейчас какая-то херь пожалует. Ой, мне что-то так кажется. И говоря, кстати, про вторую часть вот этого вот корма для свиней, там вроде бы тоже ничего стрёмного не было, там были стрёмные звуки. Иди нахуй. Иди нахер. А что это за нахер сейчас был? Так, я слышал какой-то вдалеке такой динь-динь. Иди, ты со своим динь-динь ко всем херам, и хорошим, и нехорошим. Я вижу тут патрон. А что типа тут мне надо делать-то? Запускать эти генераторы, карбюраторы или что? Блять, что? 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 Что ты за нахуй такой? Иди, иди нахуй! Не-не-не-не. Это что за паукообразная какая-то гомункалятина? Так, я там вижу. Скорее всего, эта надпись подсвечивается. А что это такое сейчас было? Так, может перезарядимся? Да блять! Иди! Нахуй! Нахуй! На... А как перезарядиться? Эй! Херь, помоги мне перезарядиться-то, а! 0 из 6. А в смысле, там же мы прибили эту херню? Или нет? Подожди. Я хочу сейчас отойти сюда. Я сейчас жмяку, ничего не происходит. Ну давай, давай, прибей меня, срань ты такая. Да-да-да-да-да, прибей меня. А у меня же вроде бы еще 6 патронов, какого хрена? Возможно, нам надо все 6 вот эти вот... А ты чего головой уперся? А, то есть понятно, у нас там уже все забито. Ладно, пойдем сейчас вот эту вот вещь активируем. А затем уже сходим в другое место, посмотрим, что там. Но мне, кстати, почему-то кажется, то, что пока мы не активируем первый генератор, за нами эта чуча гоняться не будет. Так что, мы знаем то, что этот генератор тут. Да, я немного засыковал, тоже за мной сейчас будут бегать эти твари, но... давайте сейчас посмотрим, где, что, куда нам идти, чтобы в случае чего туда нам пойти. Немного даже в рифму получилось. Вот, к примеру, куда мы выйдем, если будем идти сейчас сюда. Блять, я думал, то, что там какая-то туша лежит. А тут машины всего лишь. Какой-то дом. Какая-то мастерская. Что тут у нас вообще такое? Так, тут у нас ничего. Тут у нас тоже. Но если по логике, то меня не должны сейчас атаковать. Это же логично? Логично. Так было в Слендере. Когда я не брал нифига бумажек, то... Так, а что это за херня? А, это от машины. Когда я не брал никакие бумажки, то за мной Слендер, он не носился. Так что... Сейчас за нами будет эта херь бегать. А ну-ка, подходи, блядь, по одному. Лишь бы сзади не появилась. Я просто сейчас вангую то, что прямо мне в лицо эта шняга прилетит. Так что давайте сейчас встанем тут и встретим ее достойно. Вон она бежит. Давай сюда, беги, 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 беги. Заодно я потренируюсь, как в тебя стрелять. Опа. Опа. Да блин, да сколько патронов тебе надо? Это револьвер. Это не какая-то хуйня, это револьвер. Стоп, чего? Какого? Я что-то не понял. Я хотел патроны взять. Что за нахер?
Так, вот этот генератор, и используем его, точнее, как используем, запускаем его, да, и все. Я надеюсь, то, что в этот раз я не упаду под карту, и я все-таки хочу сейчас дожидаться эту херню и проверить, можно ли ее все-таки убить. Хоть я понимаю то, что я все патроны в магазине израсходую, но в принципе-то возможно ее прибить, либо у нас револьвер, это я не знаю, как... такая херня, которая просто для, ну, типа, нашей этой видимости, безопасности. Да ты, блядь, как тебя прибить? Все 6 патронов, да ты не охерел ли, а? Вот просто все 6 патронов на тебя я угандошил. Так, идем сейчас тогда пресс F берем. Тут же не одна херня, да, за нами будет бегать. 100% не одна херня, да? Сейчас за нами там еще побежит. И еще, и еще. А зачем мне сюда? Просто если за нами сейчас еще одна херня побежит, я просто не знаю, как от нее... Подожди. Я там видел какую-то херню. Ну да, тут херня не одна. Тут херня с друзьями. А один вопрос, а как от тебя убегать? У нас, блядь, хромой персонаж. Все, это все, на что его хватило, а? Тварь такая. А ну, иди нахер отсюда. Просто иди нахер. Нахер. Я слышу такое. Вот... Сзади меня. Так, идем. Я, кстати, нашел еще третий генератор. Он находится, блядь, немного не в этой стороне. А все, а все. Да, я никак эту херню не прибью. Стоп, а может быть на это расчет? То, что ее не прибиваешь? И, по сути, она же тут одна за тобой идет, да? Так, что? Сейчас я иду к другому генератору. Где, возможно, будут патроны. Давай, гомункул, за мной пошли. За мной, блядь. Так, идем, идем, идем. Отсюда я патрон взял. Так, где... Блять, а где эта херня? Ох, твою мать. Да блять! Да беги! Беги! Я не хочу помирать от этой хер... Ладно, приму смерть с музыкой. А, ну твари, иди сюда. То есть мы принимаем на себя 3 удара. Потом мы сдыхаем. Пресс F сделали. Тут у нас патронов нету. Сейчас на нас еще одна херня такая же побежит, да? Да. Давай. Беги вот прямо на меня. Я иду к тебе в объятия. Давай, я весь твой. Патронов у меня нету. Жизни почти тоже нету. Просто серьезно, если я сейчас помру, то... Я не знаю, я на этом буду заканчивать, потому что, ну... 6 патронов, чтобы убить эту тварь. 6. Из 6, которые мы можем с собой таскать. Так, мне надо сейчас сделать так, чтобы эта херь была сзади меня. И... Давай, блин, беги! Беги, хромое ты безногое существо! Самая большая проблема то, что я не знаю, сколько всего тут генераторов. Вот это вот самое херовое. И мне кажется ли, у нас немного чувак в бок наклонен влево? Потому что что-то как-то все уж слишком... Все уж как-то слишком-слишком. Да-да-да, я слышу тебя, сука. Блять, ну чувак, ты как будто, я не знаю, мы за пожилого деда что ли играем, а? Блять, я слышу эту хер... Беги, тварь! Все, у нас на один удар осталось. Молодец. Из-за того, что мы играем за безногое существо, у нас остался один удар. А я не знаю, может мы сейчас выйдем как раз на эту херню, она на нас с распростертыми объятиями побежит. Ну все, 3 мы активировали. Дальше что? Мне что-то кажется, что мы сейчас прямо тут помрем. Вот у меня прямо жопное чувство. Просто если меня эта херь ловит тут, это без вариантов.
Ну, вообще вариантов нет. Вариант такой, то что вариантов нету. Блять, давай, беги, 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 беги. Все, мы сейчас помрем. Безногое ты существо, сущность такая, беги. А? Такое ощущение, как будто мы играем за какого-то похериста, которому вообще срать, то что помрет, он не помрет. Так, давай. Блять, ну беги, а. Такое ощущение, как будто я за его жизнь просто переживаю. Да и все. Тварь, пошла нахер. С одного выстрела? Серьезно? Сильное заявление. Так, а аптечки тут нигде нету. Так, я лучше сейчас тут перекантусь. Аптека. Нахера тогда эта локация нужна? Мне нужна аптека. Так, один выстрел. Ща херь должна побежать с той стороны. Стоп, а она чё? А, вот давайте сейчас просто про... Да, под... А какого хера у меня по 6 выстрелов на ту уходило? Там типа 6 было... 6 было мимо? Или что? Ладно. Поскольку наш персонаж, он хромой. Сейчас я подожду, пока эта херня сюда прибежит. Затем мы ее как-то обходим. И шифтуя, мы уходим в далекое, далекое. Только не говори то, что сейчас твой шифт закончится. Ну ты охерел, а? Ну беги давай. Беги. Ну еще беги. Ты за мной идешь, да? Может, покажешь, тут достопримечательности какие-то. Ладно, пошли тогда сейчас низом. Да, там патроны. Патрон берем. А, кстати, не знаю, куда нам идти. Я слышу сзади себя херню. Недружелюбную херню. Да, она за мной. А куда? Стоп, типа мы три генератора зажгли. А куда там можно нам пройти дальше? Ну, против их херни, я уж понял, как сражаться. А, подпустить максимально близко. Да и все. Так, идем сейчас тогда. А я не знаю, куда. А у вас что, тут спа... Все, мне жопа. Я вообще-то не понимаю, сколько тут генераторов. Откуда эта херня спавнится? Ну, скорее всего, она спавнится оттуда, откуда сейчас это заспавнилось. Опа! Первый пошел. Так, а патроны я уже отсюда взял. Ладно, 5 патронов, тоже ничего. Пошли тогда к той херне. Так. Просто если я услышу тыгыдыканье, которое приближается, это значит то, что ничего хорошего. Это значит то, что все плохо. Так. Не-не-не-не-не, я патроны тратить не хочу. Нету этой вот тыгыдыки. Не, вроде бы пока нету. Ладно, это хорошо. Немного ускорим шаг. Да, она близко. Она близко. Просто приготовлюсь с нее палить. Она сюда идет. Самое главное, не подпускать ее к себе. Она тоже этот лабиринт, получается, проходит, а? Эй, брательник, иди сюда. Ну, гомункул, ну подумай, что ж ты гомункул, а? Давай сюда иди. Я слышу тебя, тварь. Да ты сука такая, а? Ладно. Один как бы укусил, ничего. Идем сейчас по-быстрому назад. Чтобы к нам эта херня не прибежала.
Просто там они пока добегут, пока прибегут. Ага, вон, я вижу. Бежит, бежит, бежит. Фух, блин, успел. Да, блядь, да откуда ты-то взялась? В смысле? Ты не должна оттуда идти. Что за нахер? Я просто... Ну, я не понимаю. Окей, тут эта машина. Сейчас мы сюда подойдем как можно быстрее. Чтобы проконтролировать эту херню. По-моему, она с той стороны сейчас сюда прибежит. Да, бежит, 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 бежит. Просто стоим по прямой, по прямой. Так, один патрон, это не очень хорошо. Так, а что, 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 что? О. Да, блядь, да возьми ты. Только, пожалуйста, не надо падать. Я не хочу падать за пределы карты опять. Пожалуйста, иди быстрее. Ну, хромой ты человек. Так, что-то у нас там активировалось, получается, да? Фух, блин, в последний момент. И потратил два патрона, а? Так, тут внизу должны быть патроны. Одного патрона нам должно хватить. Сейчас предлагаю следующее. Идем потихоньку на эту тварь. Да, вот она, вот она, вот она. Делаем вот так. Ну ты сука! Ну, ладно. План Б. Тогда бежим! Бежим. Беги, хромой ты человек. Блять. Ну, пиздани хотя бы револьвером, а? Пшла нахуй. Пшла, пшла нахер. На... И чё мы тут встали? Мы чё, с этой херней подружи? Охуеть, мы подружились, я уж хотел сказать. Ладно, я думаю, то, что на этом мы тогда сейчас приостановимся. И напишите в комментариях, стоит ли продолжать с данной игрой или нет. Может быть, как-нибудь бы запустил стрим, на котором бы вот с этой игрой попробовали что-нибудь сделать. Я не знаю, просто что с ней делать. Я еще сегодня хотел бесконечку записать. Я думал, то, что я нормально так взбодрился для бесконечки. Но мне почему-то кажется, то, что мы активируем генераторы. Вот эта вот херня срабатывает. Я даже не знаю, почему. Потому что, ну, блин, вроде не от генераторов питается эта машина. И хер пойми, что происходит. Ладно, тогда на этом все. С вами был Найт. Если вам понравилось данное видео и вы хотите больше видеороликов по данным играм, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь видео с друзьями и всем до скорой встречи. Всем удачи, всем пока.